сегодня я покажу, как в домашних условиях очень быстро подтянуть даже самую увядающую дряблую кожу лица. Эта подтягивающая маска от дряблости кожи лица поможет многим женщинам. Эта лифтинг-маска подойдет для всех возрастов, для женщин от 30 до 80+. Итак, давайте приступим и приготовим. Для приготовления этой маски нам понадобится белок 1 яйца. Следующим компонентом в эту маску нам понадобится мед. Если у вас есть аллергия на мед, то лучше или не добавлять мед вообще, или добавлять совершенно чуть-чуть меда. В эту маску нужно добавить 1 чайную ложку натурального домашнего меда. Все компоненты мы соединяем постепенно. Итак, мы добавили жидкий мед. В эту подтягивающую, омолаживающую маску нужно будет добавить витамин D. Витамин D можно добавить жидкий и можно добавить в капсулу. Я буду добавлять 1 капсулу. Следующее в эту маску мы будем добавлять крахмал. У меня картофельный крахмал, можно добавить рисовый, кукурузный, такой, который у вас есть. В эту маску мы добавляем 1 чайную ложку с горкой крахмала. И теперь все перемешиваем. Надо, чтобы мед и крахмал соединились. У нас должна получиться вот такая вот тягучая белая смесь. И теперь мы добавляем белок. Белок мы используем весь. Все хорошо перемешиваем. Перед использованием этой маски надо очень хорошо умыть свое лицо. А следующим этапом мы начинаем наносить маску. Маску наносим по массажным линиям сверху и спускаемся вниз. Эту маску можно наносить на все лицо, на шею и на зону декольте. Единственное, что нужно избегать, область вокруг глаз. Перед нанесением этой маски лучше сделайте тест на аллергию. Обычно продукт, который вызывает аллергию в этой маске, это мед. Поэтому, если у вас есть аллергия, лучше мед исключить. Наносим постепенно в несколько слоев. Потом, когда маска подсохнет, так будем ждать где-то примерно 10 минут. Затем уже можно будет смыть маску. После процедуры обязательно нанесите свой уходовый крем. Такую маску лучше делать 1-2 раза в неделю в течение месяца. После этой маски вы увидите, как ваша кожа станет очень красивой, подтянутой, молодой, а главное ухоженной. Я уверена, что вам эта маска понравится и вы будете ее применять. Всем спасибо за внимание. Оставайтесь всегда красивыми, позитивными, добрыми, молодыми. Всем добра и мира. Мы увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!